Кошечка сейчас только что принесли. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Это же не коты, это же люди, я не наверное. Знаю, может, под машину попала. Может быть. Господи, помилуй. Вот это вот да. Мать да, моя. Маленькая, потерпи, потерпи, моя малышка. Сейчас, 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 держись. Ее, я там... Где она? Я... А где она? Какая-то... Иди сюда, неси к окну. Мне надо показать, чтобы у меня ее забрали, если... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Да что ж такое с животным? Ужасы монастырей. Они реально существуют. И это не призраки, не проклятия. Это живые существа, неизвестно какими тропами, дошедшие до этих храмов в надежде на помощь. К сожалению, не все храмы имеют Божье милосердие. Монахини, что пытаются спасать эти жизни, часто гонимы, и их постоянно ругают. Грозят. А они делают, что могут. Храм, стоящий на святой земле. И животное, пришедшее туда за помощью, а его оттуда гонят. Лохматая душа часто помогает одному из этих храмов. Мы дружим уже 10 лет. И время от времени я забираю самых тяжелых. Вы помните Дарьи? У которой сгнила лапа и хвостик, а в позвоночнике 2 пули. Эта малышка тоже из Задонского монастыря. И она также выползла с плачем под ноги монахини. И благодаря матушке Арсении очень много животных обретают свой дом и получают второй шанс на жизнь. Сейчас очень тяжелая ситуация с Даджи. Мы не знаем, что с ней. То ли ее облили кислотой, то ли у нее действительно рак. Обследование провели, но анализы еще не готовы. Мы ждем ответ. Если это рак, то здесь выхода нет. Ребенок просто уснет. Я заранее дала на это согласие, и я считаю это милосердно и правильно. Но если анализ не подтвердится, я сделаю все, чтобы подлечить малышку. И если надо будет сделать какую-то пластику, мы ее сделаем. Нам остается только молиться и верить. Ведь зачем-то Бог привел это израненное существо к порогу своего дома. Очередная проверка человека на человечность. Мы забрали Даджи. Мы забрали слепого малыша. Забрали несколько котят больных. Они сейчас также в стационаре. Забрали котика, у которого жуткая стадия демодекоза и ушной клещ. Это ужасы наших монастырей. И по возможности, друзья, я помогаю. Делясь добром, ты получаешь добро. И я заклинаю вас всех, не оставайтесь равнодушными. Даже если конец тяжелой истории очень горький. Но мы с вами сделали все, чтобы попытаться помочь или проводить, облегчив страдания. И это правильно. Это по-божески. Каждый из нас в этом мире отдает каплю добра другому. И мы ведь никогда не ждем, что это добро к нам вернется. Мы же не ожидаем за это награду. Но добро возвращается. Я это знаю твердо. Я убеждалась в этом много раз. И я призываю вас, друзья, делитесь. Делитесь добротой. Какой вы можете. Как отзовется ваше сердце? Как вы посчитаете нужным? Живите, люди. Живите и дарите тепло. Да будет милосердие Божье с вами.